Так, мы находимся на ПСН в курилке. Вот, обратите внимание, Андрей, висит сало. Это как бы идет наживка на хохлов. Давайте я объясню. Вот давайте. Информация, что в конце 2016 года по первому льду активизировался хохол. Сейчас, секунду. И дальше люди посоветуют, что пора его брать. А брать его надо. На ножишку. Вот он уже. Успел поставить сало. Кухка. Сало висит, а. Какого сейчас очень возбужденный. У него пошел жор. И возможно, мы сможем поймать какого-нибудь, а может даже пару семейства. И будем отсылать их обратно на Украину.